Хорошо, налей воды. А вот у меня больше есть. А пусть и буду дети пускала на ее. Так. Да вот выживаю. Какой-то симулятор. Оттенек. Когда ты ее взмываешь, давай не будем разгибать. А это что? Это там что? Мельница какая-то, видишь? Вот, давай в нее зайдем. Ну, туда плыть надо, я пока плыву. А, давай сделаем собрать. Корабль. Ну, вот да, надо какой-то корабль собрать. А у нас температуры нет. Да. У нас температура. Температура у нас лишняя, совершенно. Повышается. Да, повышается. Ну, скорее я в дом. Чтобы уже понизилась. Чего понизилась? Температура. Домой надо, чтобы понизилась температура. У нас жары еще мало. Воздуха под водой мало. Да. А это что же желтенькое? Где желтенькое? Что же желтенькое? Точечка вот. Туда идти надо. За точечка желтенькая. Во. Что? Во. Лёва. Во. Вот это вот. Вот это сколько метров до цели. Конечно, 20 метров я подобрался. К этой штуке. А ближе что-то нет. Как бы получается. Никак не получается подойти ближе. Вот эти странные звуки. О, тут скоро гроза, что ли, будет? Это гроза. Это как гроза. Это гроза. Так, давай посмотрим, что здесь. Да. Ой, дождь, скорее ой, укрываемся. Укрываемся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди. Не паникуй, у нас есть... Зонтик. Зонтик нету. У нас есть телепорт в пещеру. Давай телепорт в пещеру идем. Подожди. Вот, мы спускаемся. Там еще какая-то пещера. Ой. Ладно, не страшно. Ладно, что это? Все разбилось, видишь? Это портальные бушки, что ли? Так, сейчас вот так вот включим. Вот это. Что за пещера? Давай обследуем. Да, чуть-чуть разбился. Чуть-чуть разбился, но ничего, у меня жизни 100. Жизни. Поэтому мне нужно позволить себе немножко жизни потеряться. Хорошо. Сейчас заверну. Я тебя понял. Да, чуть-чуть разбился. Так. Что вот это за фигня? Есть какие-то обломки, наверное, смотри. Вот это что? Personal health, София, keep going, right?
Во-во, отходи-то. Что-то упало ли? А куда упало? Я не вижу. Вот сюда упал. Ну, вот, еда. Нашли немножко еды. Так, ну где там записка? А мы роботы, что ли? Чего мы роботы? Reminder, your survival is of paramount importance to the continued existence of mankind. Хорошо. Operator, health levels low. Ты что? Что это? Так, что это там? Recent scans. Спектрографик анализ. Карбон компаунд. Скатеринг. Их мои дни. Что они там сканировали? Нет. Персональный ад. Operator, health levels. Ну хорошо, господи. Жару. У нас жара. Вот, водичка, смотри. Пайп. Если я. Бэкпэк, ура, наконец-то. Инвентарь плюс 2. 14 у нас инвентарь. Это прекрасно. Не зря. Я не зря сюда приходил. Да? Да. Я хочу идти в пещеру. Давай. Следи. Опа, я хочу телепортироваться в пещеру. Сейчас мы обязательно телепортируемся в пещеру. Сейчас еще побродим. Видишь, что-то есть здесь. Потому что мне скоро надо будет... О, баночка с едой. Вот, еще какая-то штука, смотри. Водичка. Водичку нашли. Ну, молодцы. Лет. Хорошо, лет. Ладно, не упасть в воду. Да, вот это будет упасть не хочет. Это обозначает, что мы около воды. Правда, пап? Это обозначает, что мы под дождиком. Дождик идет. Дождик это даже хорошо, потому что... Само тут будет. Во-во, уже его. Так, проверим. Что я еще тут не досмотрел? Я хочу вход в пещеру. Вот он тут. Еще телепортироваться в пещеру. Ну погоди, мы еще не все посмотрели. У меня еще 3 часа есть, можно
совершенно спокойно. А где Чаш? Где? Нет. София, раунд матч. Это что? Место супер. Все на конференции. Еще какую-то бумажку совершенно бесполезную. Так. Я хочу дебортироваться в пещеру. Дома. Классно. Так, еда. Еда это... Да, это очень хорошо. Так, еда. Нашли немножко еды. Operator, health levels low. Health levels low. Опа, так. Сюда видишь. Если не хочешь, оператор. Мокренький. Выйти есть. Надо присушиться на костре. Где костер? Нет костра, у нас пока нет. Вот вектор 300 метров. Так. А здесь, похоже, совершенно ничего интересного, да? Высушись. Высох. Самый высох. Да, нечего бы костер свалить, тратить всякие, да, ресурсы, сами высохли, хорошо. Ну вот, посмотри, какая штука здесь. Еда. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Такая штука у нас есть, в принципе, у меня брось. На 6 счет, но есть такая же. Это что такое? Смотри. Relic of Night. Resistant of Hypothermia. Вот. Гипотермия теперь на 1% лучше защищена. Это что? 4 артефакта. Нет, это... 4 артефакта, релик. Да или вот три тилс. В общем, тут какие-то 4 артефакта. Релик дня, релик ночи. Operator, health levels. Атлетизм. Да? Да. Все, ладно. Пойдем вот по этой тропинке. Это мы читали. Сколько у нас минуты? 2 часа осталось. Чтобы в пещеру заходить. 2,5 часа, потом можно бежать в пещеру. Ой, то есть телепортироваться. Да, телепортироваться. Так, здесь что? Что происходит? Тупик. Я так и люблю пещеру, там мне не страшно. Нет, ну тупик, смотри. Мы вышли к какой-то смотрящей. Пушка! Смотрящий. Пушка? Нет, это не пушка. Что? Ну, это какие-то обломки космического корабля. Нет. Я не думаю. Это неправда. Не мы пришли. Вот, мы пришли к моей пещере. Вот моя пещера. Ты хотел туда телепортироваться, а мы туда просто так пришли. Здесь, оказывается, есть проход вот такой. Вот, а я не знаю. Очень здорово. Вот прям моя пещера. Вот она. Раз, раз. Вот она.
Смотри, сейчас выбросим в ютубе. А вот видишь телепорт. Мягкий. Давай. А в нее пойдем. Дебатировать. Так, значит, еда, вода у меня вот здесь. Подожди, сейчас сложу. Это у меня вот. Еда. Еда. А, так, вот такая еда у меня вот здесь. И растопка для огня. Вот здесь будет. Сейчас наберем еще растопочку. Папа, и... давайте бортируемся в пещере. А вот мы в пещере уже. Это не пещера. Нет, это не пещера. Корни везде растут. Тут все. Нет, давай на телепорт встанем. На телепорт. Так. Я хочу на телепорт встать. На телепорт. На телепорт встать. На телепорт встать. На телепорт встать. Лёва. Что будет? На телепорт. На телепорт. Так, Лёв. Спи, спим. 4 часа спим. Всё. Ты руки помыл? Нет. Просыпаемся. Так, жизнь у нас 4. Так, пьем водичку. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Сидим. Едим баночку. Баночку поделать. Где баночки? Где баночки? Вот где баночки. Так. Теперь добавим костер огонька. Часика 2 поспи. Так. А что это вот? Хорошая. Вот это хорошая. Что хорошее? Качество сна хорошее. Так, значит, у нас так. Все есть. Хорошо. На телепорт. На телепорт. Вот, вот. Хорошо. Выбираемся. А там очень жарко. Погуляем, пожадим. Так, это мы уже читали. Отсюда я принялся. Там у нас это что? Давай сделаем вот. Ну вот я думаю, из чего мы не сделаем. Давай деревяшку найдем. Деревяшку? Тут должна где-то деревяшка. Это что, не железки? Да.
Да, там надо джейшки, чтобы сделать вот. Водку. Чтобы сделать водку, нужно джейшки. Reminder. Mission objective. Reestablishing satellite uplink. Highest priority. Highest priority. А что это обозначает? Надо восстановить связь. О, хорошо. И того. Land. Какой-то... О, какой-то planet. Очень интересно. Так. Пойдем дальше. Так. Смотри-ка. Нужно бить. Получается искры. Это ничего не значит. Тоже ничего не значит. Так, ладно. И тут тоже непонятно что. Пока мне мысли. Нет. Ничего интересного. И уезжаем, уезжаем. Это? Вот сюда побить. Сейчас как зовет, еще не хочу. Так, а если что это? Это не бьется. Это глаза. Тут ничего не получается. О, это сигнал какой-то. Да вот как же, да, в этот сигнал попасть? Давай сигнал попадем. Может быть, туда надо бросить телепорт? Нет. Как-то. Не надо туда бросать. И телепортироваться. Мы попробуем взять, бросить телепорт, туда и телепортироваться. Да? Да. Нам нужно под пещеру. Чтобы взять типа. Типуртик, мы тебя не ищем. Сейчас мы там берем типуртик. Типуртик, мы тебя подъебем. Мы тебя туда где? Мы бросим. Попробуем бросить в пещеру. И потом в нее телепортироваться. Эй, вход пещера. Вход пещеру. Вот это маленькая, потом заберем. Тут я все прочитал. Вот, все. Так, здесь у нас... Вот, вот. Вот, все. Подбираем лежку. Вот так. Ой. Objective Hunting. Ну, наверняка. Не надо, по-моему, вообще возвращаться. Ну, не надо. Можно уже на самом деле сразу уходить. Нам уже жарко, а что у нас становится? Очень жарко, потому что...
Нам нужно тенечек найти. Сейчас в пещере как раз будет тенечек. Да, в пещере мы немножко прохладимся. Прохладимся, конечно. Ну, у нас достаточно водички. Мы напились. То нам жара не страшна. И туда Т. Т. О, мы молодцы. Смотри-ка, вот. Сразу подбираем. Init slide. И как. Так, ну лучше. Вот, find, investigate the sun. О, вон там, давай. Да, мы сюда пробрались. Теперь уже узнать, что это за звуки там, да? Да, теперь мы побьем этого монстра. Потому что это не монстр. Вообще монстров не должно быть. Поэтому мне эта игрушка и нравится. Это без монстров все обходится. Ой. Это монстр. Так. Вот, загрузка пошла. Только бык может тоже не попасть. Правда, бык? Бык-турник. Турник? Ну. Нет, ничего. Вот так. Так, вот путь раздваивается, смотри-ка. Нет, не так вот нет. Не просто так. Нам страшно. Нам страшно? Вот тут вопрос. Ну, это просто костерок развести. Тут нет путя. Тут нет. Я же тебе говорю. Я говорю тебе. Да, да. Вот, колония нам пригодится, да? Да, чтоб как шутить, если нет у нас воды и чем есть. Лучше возьму эту поесть. Так. Во-во-во. Вот водичка. О, как глубоко. Сейчас дам водички. Наверное, нам. Там смотри, какая глубина. Нам нужно мыть это сделать. Камень. Ой. Я думаю, туда падать не стоит, да? Да, ну и там монстры бывают. Я туда пойду, я туда за этим человеком. О, водичка!
У нас нормально с водичкой. Я туда, я ты за человеком. Посмотри, что здесь у нас. Какой-то свет. Есть факел. Так, с факелом мы сейчас разберем. Что-то падает. Сюда. Так. Что следует? Опять свет какой-то, да. Так, выход я видел уже. Нет, туда подойти. Там нет. А я думаю, что там может там. Я вообще грубо. Там был выход. Разбеги, или только светит. Он не светит, это сосуд. Это сосуд, да. Это мы дрожим так. Яйца смотрим. Мы так дрожим. Мы так боимся дрожжи? Да. И нам холодно, я то. Вот. Какой-то источник звука, смотри. Это light crystal, it's light. Он еще нас сушит где-то. Свет выделяет. Подсушивает. Так, водичка у нас. А что это? А вот это что? Вот уже интересно, что это. Это наличная жука. Save progress. Сохранились. Это мы сохранились. Молодцы. Так. Лук. Посмотрите на источник звука. Артефакт релик. Релик of life. И что? Что там за вопрос? Это что? Свечки. Свечки какие-то. Can relight torches. Может перезажигать огни? Да. У нас такого не было. Похоже, Леночка, мы спустились. Generator wet. Нет, не сюда. Ой, не так дышим. Свет. Ой, нам нужно дышать. Мы же нечем. Мы уже задохнулись. Страшно. Сжигаем. Сейчас согреемся. Сейчас приходит 90. Так, спокойно. Надо поспать. Давай, давай, спи, спи. Часиков 6.
тебе? Это... Будильник. Так, все. Так, Good. Sleep quality у нас good. Какие-то... Смотрели шутки? Это... Мы с папой в клетку. Strange food. Одна задача решена. Strange food. Это... Strange food. Зажигаем. Так. Какая-то яичка. О, это что, что за штука? Механизм бомбиактивный. Активируй. Видишь, арки убежи. Очень интересно. Да? Страшно? Да. Очень страшно. Это что было? Так, какая-то пещера. Мы дрожим даже. Здесь появилось. Меня дрожать. У меня дрожать? Сохраняемся. Надо найти механизм, который откроет вот эту. Похоже, что здесь его нет. Скорее всего, где-то вон там. Какая-то решетка. А я открылась. Готово, хомсик. Пойдем искать за той решеткой еще механизм, который надо активировать, чтобы открыть вторую решетку. Да. Направо, налево. Пойдем налево. Свечки. Зажигаем. Что-то булькает. Это мы голодные. Водичка. Водичка. Ну, не нужна водичка. Это горшки там валяются. А вот смотри. Опа. Relic of Night. От гипотермии. Вот мы молодцы. Нашли релик. Главное, что же у нас не попал в да? Вот там вот. А вот там вот. Еще решетка. Ты погляни, смотри, еще решетка. Кто? Вот, смотри. Это идол. Что-то он открывает. Идол что-то открывает. Так, еще вода. Еще камень. Еще свечи. Еще свечи. Наш... О, вот. Ставим. И не открыл. Потому что... Там у нас это если бы мы направо пошли. Правильно? Проход, если бы мы пошли. Направо. Мы пошли. Да? Я отсюда мы пришли, нет? Да нет. Заблудимся. Отсюда направо.
Вот мы здесь, точки зарка. А, вот мы пошли, действительно, да, направлено, наверное. Вот отсюда. Да. Вот отсюда мы пошли. Я посмотрю, там решетка не открылась. Нет, закрыто. Ну, да. Возвращаемся. Так, идем направо. Найдем что-нибудь интересное. Ой. Что-то нам страшно. Почему нам страшно? Мы отсюда дыши. Ну, почти. Я пока еще помню, как это закрыто. О! Мы с тобой нашли. Relic of Life. Health. У нас больше жизни. Мы вообще супер с тобой. Супер молодцы. Да, больше жизни. Правда, есть. Relic жизни. С тобой супер молодцы. Вот. Теперь пойдем вот в ту открытую лазер. Какой-то бог. Вот, а теперь можно в решеточку забраться. Свет. Очень холодно здесь. Включаем факелы. Как-то очень холодно. В решетку башни. Смотри, что это? Ой, вот брысь, брысь. Ёжик какой-то. Да, это ёжик. Ах-ка. Покатился, покатился, смотри. Покатился, покатился. Следуйся. Ёлка, а тут ноги вижу, смотри-ка. Что это? Кыш, кыш. Блин, это монстры. Кыш, кыш. Это монстры, нет. Мы их пугаем. Мы их пугаем. Да, они сами нас боятся. Мы их пугаем. Кыш, кыш. Мы их пугаем. Да, мы их пугаем. Что ж там звуки-то издают? Кыш. Кыш. Да кыш! Кыш. Ай! Я укатился куда. Да, сделаю, да. Мы от них поднимемся. Чтобы они нас... Они не умеют подниматься. Они... Тут вода. Вода и холод. Ой, что-то мигает там внутри. Operator wet. Хорошо. Какая штука, смотри. Это что? Light Crystal. Какой-то скелет. Вообще это... не знаю, что это. Light Crystal это... Минус 10 humidity. Все, плюс 10. О! И что-то такое... Такое... Вот этот лучше. Факел самый лучший. Так, смотри. 9,3. Бежим, бежим, бежим. Кш. 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 Да мы их пугаем. Как здорово, мы их пугаем. Эх, так испугали здорово, да?
Золото здесь. Он туда покатился. Да блин, куда-то катись. Вот пойдем тут. Что это? Inventory full. Inventory full. А зачем нам далеко? Objective reminder. Locate materials for satellite uplink. И что мы тут находим? Да я не знаю, какие-то звуки тут кто-то. О, кросс пулов ты была на континуум инвестигейшн. Зажигай. Мы дошли. Мы дошли, мы дошли. Надо что-то пересечь. Тупик. Там непонятно что. Там неизвестно что. О, здесь целый лабиринт. Ой, сюда не пойдем. Да-да-да, мы забудем. Так, это что, механизм? Тик. Механизм? Что-то активное. Бокс. Открываем бокс. Что там? Ничего. Совсем ничего. Открываем бокс. Что там? Ничего. Опять ничего. Эй. Подожди, кто-то уже выберет. Вот такой вот знак. Хорошо. Господи, хоть бы такой знак. Еще механизм. Да? Мы чуть-чуть разбились. Это какая-то ловушка. Короче, не пойдем на эту ловушку. Это бабушка. Это тоже бабушка. Может, не пойдем в ловушку? Не, лучше попадаться в ловушке больше не будет. Если какой-то механизм с красной точечкой, лучше его... А так ходим. Любовничек. Все, возвращаемся. Наши грязные следы. По своим следам возвращаемся. Пойми попасться своим следам, которые мы шли в ловушке. Так. Все. Если мы на них наступим, то они закроются и нас пищают. Это правда.
какой-то человек большой. Это монстр. Маска какая. Это откроет дверь, там на нас нападет монстр. Это был монстр. Ну все, пойдем дальше. Только бы не наступить. Так, ладно, допустим, здесь у нас тупик, это мы выяснили, но мы там что-то нажали. О, решетка очка открылась, смотри-ка. О, это что? Passage of Travelers. Passage of Travelers. Ладно. А здесь что-то такое, смотри. Ой, кш. На нас погодился. Оп! Тоже на нас. Он бы... Смотри, а туда мы потом пойдем, да? Да. Там, там опять ежик. Да, уж я не хочу. Да они нас больше боятся, чем мы. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Так, смотри. Кыш-кыш-кыш. Сюда мы вернулись. Пойдем сюда. Кыш-кыш-кыш-кыш. Что там еще может быть интересно? Лё! Кыш-кыш-кыш. Вот, посмотри, здесь, смотри, какие-то большие люди, поменьше люди едят. Это монстры. Какие-то большие люди дают ему, им еду. И нам хочется есть. Мы облизываемся. Действительно. Мы хотим туда же, а не видеть. Видится, кто это же человек? Это мы посмотри. Ой, еще смотри, какие-то скопьями здесь люди. Это совсем монстры. Люди какие-то. А здесь. Ой! Посмотри. Какая-то кнопка. Пип-пип. Пип. И что? И что? Ай! Что произошло? Все зависло. Ай, классно! О, все. Где мы? Где мы? Что? Показ. Пип-пип. О, смотри, она двигается. Он двигается? И да, чё? Там есть заход. Вход там есть. Проход есть? Да. Да, наверное, нельзя пока туда никак зайти. Это, наверное... Дальше я ее подвигу. Ладно, запомним, что здесь чудо. Там еще одна. Здесь что-то двигалось. Там еще одна. А, здесь мы уже были. У нас кончается водичка, Лёвочка. Ой, я аккуратно. Не больно. Все, пойдем, там открылась решетка. Пойдем посмотрим, что. Что в решетке у нас? Там у нас звук. Какой-то звук. Там кто знает, что это за звук. Последний звук. Что последний, что первый? Так, investigate lower section. Так, investigate lower section. Что здесь?
по Alien Item. Смотри. Арбуз. Restore Pack. Health плюс 25. Эй! Где? Так, он может нам восстановить. Он может нам восстановить. Health. Жизнь. Какие штуки? Дома, тарелки. Дальше смотрим, что здесь можно открыть. Пусто. Пусто. Выросла капуста. Пусто выросла. Выросла капуста. Пусто выросла капуста. Шо ты, тихо. Лёва. А тут оттуда мы и пиши. Ой. Темно. Дай поспи. Значит, если там лагерь, значит, там какая-то штука. Пойдем. Ту штуку. А лучше в лагере. Может, лучше в лагере? А это тоже в лагере. Прекрасно. Они дороги ведут в лагерь. Это очень интересно. Очень. Это какой-то лагерь, это рок, это водичка. Ну, наконец-то. Так. Всё. Это тоже рок. Так, стоп. Нам нужно... Это что? Еда. Это прекрасно. О, а прибавил больше температуры. Это камень. В общем, здесь неограничен запас еды и воды. Вот так вот. А что там за движение? Ну, типа лагерь, палатка такая. Это палатка, наверное. Да. Это палатка. Давай в нее пойдем, в эту палатку. Посмотрим, что же там. И что ты все время бьешь всякие камни? Бьюши факел свой. Брать факел. И какая-то, смотри, бьют факел. Это что?
Давай здесь мы с тобой оставим телефон. Может быть потом. Сохранимся. О, а там кто-то орёт. Так, ладно. Passage. Вы на это малыш. Traveler. Поёт малыш. Смотри. Это что? Чик. Кто-то там летает. Кто-то там сеет чего-то. Здесь что? Sages speak of the before as well. Теперь там тоже засад. Что это за звук вообще? Вот, начинаем немножко. The sky once to castle. The black ocean stars. Shut down the portals of days. Начало к New Home Galley. Короче, забрали их, привезли на Галлию. Хорошо. Здесь что? One day heavens laments and I became poisoned. Травля на жизнь стала. Воды высохли, земли высохли, земли прокляты. Пока Skyward не пишу. Это Skyward. Они услышали наш призыв. Skyward приблизились сверху. Из божественный самолет. И назвались Адарсу. Это какие-то Адарсу. Факер Комис. Адарсу. Хорошо. Как это мечеть, насколько я понял. Это нужно и звук даже. И вон оттуда вот идет как сюда наступать. Ну, пока не будет. Наверное, нужно. Это что еще? Что еще за штука? Да. Так, вот такой еще символ есть. Это камень. Возможно, надо сюда камень положить, да? Ой, да. Так, ну давай сначала расследуем. Здесь что? Пусто. А здесь что? Ну, он тоже забрали. И тоже пусто. Все забрали, ничего не осталось. А здесь что? Ну, уже что-то нет. Опять пусто. Здесь? Нет, здесь какой-то. А, ну это еда. Смотри, такой главный. Понятно. А что такое? Почему еда, да еда, еда? Здесь опять какой-то знак. Вы это немножко выросли. Смотри, оп. Открывается. Оп, закрылся. Вот теперь понятно, для чего нужен камень. Оп. Все, открылось. Хорошо. Камень лежит. Двери открылись. Ты кто? Passage the Travels. Опять пусть. Ой. Кто-то там что-то трындит. Ой. Смотри-ка. Ого. Меч. Can cut. Can act as level. Тут, наверное, убийски это. Забирай меч. Еще. Это что такое? Что-то куда-то они улетели. Это тоже меч. Так, давай же факел бери. Пошли под землю. И
это был их дом. Больше кто последний? Видите, поставили. И вот тут тоже какой-то знак. Так, два. Папа, лица. Давай бифай. Привезем. Чтобы больше то, а то мне ничего не видно. Такая вот штука. Вот такая вот штука. Куда-то улетели, что ли? Чего-то прилетели. Они построили город из камня и показали нам, как это делается. Знание, что это страшно, как жечь лед, просто приплюс. Что-то, мне кажется, это было что-то полезное, потому что... Сонные. Ну такие сонные, побежали спать. Мы так спать идем. Так спать хотим, побежали спать. 48, вот 30, 35. Давай в 35. Давай спать. 10 часов. Это что такое? Мы. Так. Выспались. Хорошо. Где пошли, где мы были? Полетели. А что, они уже почти сюда дошли? Теперь, значит, смотри, едим. Пьем. Все. Все, теперь берем факел. Теперь берем факел. Бежим исследовать. Бежим смотреть, что там происходит в этой штуке. Нет, не сюда, вон туда. Смотри, они... они умеют растапливать лед. И когда же они уже покрутятся? И крутитесь. Все, переключили. Переключили. Пошли. Ой, смотри-ка, опять. Где ж лежат? This planet isn't as untouched as we thought. I need to report back. I need to record this. Wilson, record. This is Octavius Skene, environmental analyst with the Solus 3 detachment on Gliese 6143C. I landed on an archipelago, lots of rock and tough flora. As far as the eye can see is shimmering ocean. The atmosphere seems habitable, but it might be volatile. I'll keep gathering data. I followed a strange sound after the crash, which led me into a series of caves. And there's more than just geology and dripping water down here. There are signs of civilization, carvings, mechanisms, buildings. We're not the first beings here. I found a skeleton, a humanoid skeleton with a strange elongated skull. I don't know what to make of it. Its skeletal structure is so similar to ours. I need to keep going. I'll see if I can find a way to link with the satellite and submit my data. Scan out. Он нашел скелет, который мы брали меч. Скелета, из которого мы делаем меч. Он будет
дальше посмотрим, что делать. Так. Смотри, свет опять. Какой-то свет. Да-да. Здесь пещера длинная, уже надоело тут ходить-то. Сколько можно? Давай заканчивайся уже, надоело. Пещера. Она скоро кончится. Она через 10 минут кончится. И нет, через 12. Это будет долго уже. Вот, что это за штука? Опять не конец. Блин, ну задолбал. Passage of the Traverse. Хорошо. С тобой, Traverse. Да блин, мне тоже уже надоело пещера. Пещеры и пещеры какие-то. Только бы сюда бы. Только есть полный секрет. Мы их не видим. И мы не видим. Ой. Ой, какие-то ловушки. Ты погляди, какие они гадкие, да? Оп. Гады такие. Сейчас мы вас. Блин! Что такое? Так. Блин, хорошо, что не попали. Не попали, давай ты. Ох! Не попало. Не попало, это уже опасно становится. Нет, да? Нет, сюда не пойдем. Смотри, здесь сколько таких штук. Вон одна торчит. А? Оп, хлопай! Следующая вот торчит. Опа! Убежали. Следующая вот тут что-то торчит. Это страшнейшее. Убежали. Вот тут что-то торчит. Смотри-ка. А мы ее обошли. Нам не страшен. Серый волк. Колючки! Серый волк. Колючки мне страшны. Колючки, вонючки, отстаньте от нас. Мы пока... Мы не гадкие, мы хорошие. Кто-то кричит. Не знаю, это вода просто. Да просто вода. Просто водичка. Меч. Мне кажется, камень можно нафиг выкинуть. У нас есть меч. Правда, они боятся света эти монстры. Так, мне кажется, сейчас будет загрузка, потому что все. Follow the patch. Загрузка. Follow the patch. Загрузка. О, какая долгая пещера. Прям невозможно. Мы вернули солнце. Мы солнце вернули. Прям невозможно. Смотри, мы вернули солнце. Да, мы вернули солнце. Ой, опять. Блин, сейчас опять началось. Все, друзья. Очень долгая пещера, нереально какая-то долгая пещера. Глубокая называется. Глубокая и долгая, давай попьем. Вот и не хочется. Ну, можно. Ну, хотя бы нам нельзя водички. Почему нам ничего нельзя? Наконец-то. Папа, почему нам ничего нельзя? Папа, почему нам ничего нельзя? Какие-то синие точки. Видел? Да. Так, давай сохранимся.
На сегодня мне надоела эта пещера. Продолжим как-нибудь в другой раз. Так, всем пока.